Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Министерство по чрезвычайным ситуациям Тувы информирует. Закрыты участки федеральной трассы Р-255 «Сибирь». В Тулунском районе Иркутской области перекрыто движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге. Такие меры приняты из-за подтопленных паводковыми водами нескольких участков дорожного полотна и проведения восстановительных работ при ликвидации последствий паводка. В связи со сложившейся паводковой ситуацией на территории Иркутской области, Главное управление МЧС России по Республике Тыва рекомендует жителям республики воздержаться от поездок в данное направление или выбрать альтернативные маршруты движения – воздушным и железнодорожным транспортом. В настоящее время на затопленных участках дежурят экипажи ГИБДД. Напомним, в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, сопровождающегося обильным выпадением осадков и подъемом уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икей, Ака, Ичуна и Кирей, на территории 6 районов Иркутской области произошло подтопление 83 населенных пунктов, повреждено 13 автомобильных мостов, потоплено 7 участков автомобильных дорог местного значения. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Туве сообщают, оформить лицензию на приобретение и хранение оружия и боеприпасов быстро можно. Сегодня в зоне ответственности у сотрудников Центра охотники, охранники и коллекционеры. Росгвардейцы осуществляют контроль за исполнением федерального законодательства владельцами оружия. Разрешители отмечают, что в настоящее время становится проще получить лицензию на приобретение оружия. Если раньше желающие стояли в очередях, то сейчас любой гражданин, либо юрлицо, имеет полное право подать заявление в электронном виде через сайт госуслуг. А в Росгвардию приходят только с оригиналами документов. Также ведомстве отмечают, что стали нередки случаи находки оружия и боеприпасов, встречаются даже самодельные. Так, зачастую сотрудник лицензионной работы в своей деятельности сталкивается с трудностями по розыску лиц, которым уже просрочено разрешение на право хранения и ношения оружия. Хотелось бы напомнить гражданам посмотреть свои разрешительные документы и предупредить их административной ответственности за данное правонарушение. За административное правонарушение, связанное с нарушением правил хранения и ношения оружия, предусмотрены административные санкции от штрафа до конфискации оружия. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы напоминают, что за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов правоохранительные органы полагается денежная выплата. Максимальная сумма предусмотрена за боевой ствол до 8 тысяч рублей. 5 июля в Кызыле пройдет стратегическая сессия по социально-экономическому развитию города до 2025 года. На встрече будут присутствовать общественные организации, эксперты и жители города. Рабочей группой будут рассмотрены и отобраны перспективные проекты в области экономики, социальной сферы и молодежные инициативы. Отобранные проекты будут включены в комплекс мер по ускоренному решению задач социально-экономического развития Республики Тыва до 2025 года. Участникам необходимо внести свой проект в таблицу, приложенную к записи. Мэрия Кызыла приглашает всех желающих, активных молодых людей, горожан, предпринимателей, готовых представить свой проект в стратегической сессии по реализации стратегии социально-экономического развития Кызыла на период до 2025 года. Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, 1 июля должны их использовать. Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы. Среди тех, кто должен перейти на такие контрольно-кассовые аппараты, индивидуальные предприниматели сферы услуг, использующие единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения, а также все индивидуальные предприниматели сферы торговли, общепита на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников. Индивидуальные предприниматели без наемных работников, реализующие товары через вендинговые автоматы. Предпринимателям, которые проигнорируют установку онлайн-касс, грозят штрафы.
Начисляются они за каждый неотправленный в налоговую службу чек. Об этом сообщает российская газета. Юридическое лицо заплатит от 75 до 100% сумм расчета без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тысяч рублей. Должностное лицо от четверти до половины суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей. Если налоговая зафиксирует повторное нарушение, а сумма осуществленных расчетов при этом будет больше 1 миллиона рублей, организации придется прекратить свою деятельность на срок до 90 дней. Должностное лицо получит дисквалификацию от 1 года до 2 лет. И о курсах валют: доллар стоит 63 рубля 5 копеек, евро 71 рубль 40 копеек. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Туве зафиксировано два несчастных случая, в которых пострадали дети. Вечером 30 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Тандынскую центральную районную больницу поступил несовершеннолетний 2003 года рождения с разрывом почки. Сотрудниками полиции установлено, что он упал с лошади на Чабанской стоянке в селе Шурмак. Выяснилось, что мальчик со своими друзьями катались на лошадях. Пострадавший упал в тот момент, когда лошадь опустила голову, а наездник решил спуститься на землю, скатившись по шее животного. Оказавшись на земле, мальчик попал под копыта животного. Второй несчастный случай произошел в Шагонаре с 12-летним подростком. Так, около 18 часов этого же дня в Улухемский межрайонный медицинский центр с термическим ожогом лица доставлен мальчик 2007 года рождения. Сотрудниками полиции установлено, мальчик, играя один на улице в селе Таргалы, обнаружил пустую канистру и от любопытства поджег ее, в результате чего получил от вспышки пламени ожоги. Выяснилось, что в канистре ранее был бензин. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол. МВД по Туве призывает родителей быть внимательными к своим детям. Детские сады «Ручеек» поселка Кахим Кызылского района и «Хелер» города Чадан Дзунхемского района приняли участие в конкурсном отборе и выиграли федеральные гранты в форме субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров, помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет. Размер гранта свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. В рамках реализации проектов будут реализованы программы психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе до 3 лет. Ведомственной целевой программы развития современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования, под программы развития дошкольного и общего образования, государственной программы Российской Федерации развития образования. Детский сад «Хейлер» представил в федеральном конкурсе проект на тему обеспечения получения дошкольного образования в форме семейного образования для детей чабанов и животноводов через консультационный центр «Радуга жизни». В Центре развития ребенка в детском саду «Ручеек» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников поселка Кахи действует консультативно-игровой центр «Диалог», который располагается в Тувинской юрте. Победителем 4-го фестиваля «Верховье» стал ансамбль «Раздолье» из Шушенского района Красноярского края. Коллектив стал участником фестиваля впервые. Как отмечает руководитель ансамбля Андрей Егоров, музыкальный коллектив состоит из любителей и профессиональных музыкантов, которых всего несколько человек. Все остальные работают в совсем других сферах. Это и воспитатели детских садов, и работники банка, и учителя. В составе ансамбля творят три коллектива – инструментальный, хоровой и танцевальный. Возраст артистов – от 25 до 65 лет. Обладатели гран-при получили главную награду фестиваля – это музыкальный кувшинчик и сертификат на 50 тысяч рублей. Напомню, 4-й межрегиональный фестиваль русской культуры на Малом Енисее «Верховье» 2019 года, посвященный Году театра в России и человеку труда в Туве, проходил в рамках республиканской программы «Реализация государственной и национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2018-2020 годы». В фестивале приняли участие 26 творческих коллективов, из них 5 из-за пределов республики.
Министерство здравоохранения Тувы информирует родителей будущих первоклассников, что у детей, которые пойдут в школу в 2019 году, профилактические осмотры, пройденные в детском саду, действительны при поступлении в школу. Таким образом, для того, чтобы оформить ребенка в школу, повторно проходить узких специалистов не надо. Достаточно подойти к своему участковому педиатру с медицинской картой из детского сада. В рамках внедрения принципов бережливого производства в медицине с 1 июля в консультативно-диагностическом отделении перинатального центра начала функционировать регистратура открытого типа. Согласно приказу Минздрава России, в медучреждениях рекомендуется предусматривать планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания пациента, включая организацию открытой регистратуры с информационным сопровождением, системой навигации, зоной комфортного пребывания граждан и другие условия. Нововведение призвано не только повысить комфортность пребывания граждан в стенах медицинского учреждения, но и сократить время ожидания приема до 5-7 минут, в том числе и за счет перехода на электронную форму заполнения документов. На следующей неделе регистратуру нового типа планируют открыть и в женской консультации. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. По республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные и очень сильные дожди. Грозы – возможен град. В Кызыле облачно с прояснениями – дождь. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы – до 14. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Градусов, днем плюс 17, плюс 19. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.